собрались мы. Да. В Пай. Собрались поехать в Пай. 130 километров. Да, 130 километров на байках. Вот сейчас вот сидим в лобби гостиницы, пьем кофе и печенкой. С печенькой, да. И поедем. Начали движение. Все, выезжаем из города, да? Мы добрались до Пая. Очень красиво это. Очень красивое место. Сняли комнату. Саша фоткает, как всегда, на свою зеркалку. Профессиональный фотоаппарат. Но весит точно как зеркалка. Вот здесь такие лавочки. Короче, что комментировать, тут и так все понятно. Но это Пай. Вот эта деревня находится, получается, в долине. Круто, да? И здесь можно, я так понял, что это тигуанин чай, китаец по-своему сказал, но похоже было на тигуанин. Ну и вообще крупными лепесточками, да, он как бы завариваешь, и он раскрывается. И вот здесь на смотровой площадке можно сесть вот так вот и попить чаек, вообще круто.